Радио Мария 8, Леонид. Я Роман Центральный, 3 Центральный. Прием. Роман Мария 8 Леонид. Я Роман Центральный, 3 Центральный. Прием. Да-да, Роман, принято. Точнее, Егор, прошу прощения. Роман Мария 8 Леонид. Я Роман Центральный, 3 Центральный. Егор, 5-8 вам рапорт. 5-8, шум наблюдается в эфире, в сигнале. Точнее, повторюсь, 5-8. Зовут меня Тони, Тамара, Ольга, Николай, Иван. Тони. И нахожусь я в Новой Москве. Территория Новой Москвы, если быть точнее, это поселок городского типа Коммунарка. От слова коммуна. Старое слово. Работаю также через радиоканал на двухметровом диапазоне. Роман Мария 8 Леонид. Я Роман Центральный, 3 Центральный. Прием. Винчик повесим. Вот антенка. Да-да, Роман Мария 8 Леонид. Я Роман Центральный, 3 Центральный. Принято, Егор. Ну, отлично, в общем-то. Получено 10 лет, тем более на коллективной станции. Я, кстати, почти так же начинал свое, скажем, свои походы в радио тоже практически с такого же возраста. Ну, может быть, наверное, чуть постарше. Лет с 13, наверное, где-то так. Да-да-да, где-то лет с 13 получилось. Там 12-13 лет. Тоже у нас была коллективная станция в Подмосковье, еще тогда в Подмосковье. И тоже на клубной станции также начинали сначала наблюдать, какое-то время наблюдали, потом уже на коротких волнах, как сейчас помню, на 40 метрах, то есть на 7 мегагерцах, начали проводить только первые радиосвязи. Тоже с запинками, так что ничего, все нормально, как говорится. Опыт приходит с практикой, так что все окей. Хорошо. Так периодически слышу вашу
ваш позывной коллективной станции здесь через Эхолинк. Станция активна, это, честно говоря, радует. Ребята в эфире, пускай учатся, честь и хвала им. И руководителю тоже большой респект. Как в старые времена говорили, выражаю глубокое респектование вашему руководителю. Вопросов нет, Егор, спасибо. Видео я размещу на YouTube-канале на своем. В данный момент записываю его на телефон. Сможете себя тогда послушать. Ссылку я, скорее всего, в группе ВКонтакте оставлю, на которую подписан. Роман Мария 8 Леонид. Я Роман. Центр 3 Центр. Егор, наилучшие пожелания коллективу и вам в начинаниях и до будущих радиовстреч. Роман Мария 8 Леонид. Я Роман. Центр 3 Центр. Новая Москва. Спасибо за QSO и успехов как в радио, так и в учебе. Спасибо, Егор. Всего доброго. 73. Привет, коллектив. Раз, два, три. Стоп видео.